Всем привет! У меня для вас шокирующие новости! Сначала разработчик Сампа Калькор перестал поддерживать свой клиент, а теперь еще он убирает вкладки интернет и хостед. И все сразу: «Вай, что делать? Все пропало!» А я вам так скажу, нихуя не пропало. Команда моего проекта SampRP решила спасти всю самп-индустрию и выпустила свой модифицированный клиент версии 037R1. Внизу есть вкладка SampRP.ru, в которой нельзя ни добавить, ни удалить сервера. Она показывает сервера только нашего проекта. Также в нашем клиенте будет доступна функция покупки места и другими проектами. Подробнее информация на сайте Samp World. Также там можно скачать и наш клиент. Калькор, как ты мог? Зачем ты фанатов Сампа хотела ставить без их любимой игры? Если бы не SampRP, то все, все пропало бы. Не по-пацански это. Поэтому, ребята, давайте выпьем за SampRP, за возрождение самп-индустрии, за то, что сделали такой охуенский и бесплатный сервер. Ой, блядь, сервер, клиент нахуй. Играйте в самп вместе со мной на проекте samprp.ru. Сервера, на которых я играю, и мой промокод #Tarko есть в описании. За SampRP!